были потери Бессарабии княжеством Молдовы в 1812, потому что самая большая часть Молдовы была аннексирована Российской империей. Вот эти земли, где мы сейчас находимся, и они были плодотворными. Этот чернозем, который Докучаев считал лучшей землей в Европе, и они были как бы аннексированы Российской Федерацией. И это очень ударило по молдавской экономике в целом, потому что здесь находились и земли, и собственности, и многие собственники потеряли эти земли в результате этой аннексии. И, конечно, повторно это повторилось уже в 1940-м, когда определенные территории Молдовы отошли к Украине.